Ощущение такое, что писал Дворкович, а потом пришел кто-то разумный, и то, что можно было поправить, поправил. Вот ощущение такое. Но в целом, знаете, ругать премьера стало уже неприличным. Это чувствуешь себя, когда его критикуешь, как человек, который рассказывает анекдот про тещу. Причем в компании, в которой половина тещ присутствует. Вот. Поэтому я хотел бы зафиксировать то, что, в общем, вызвало скорее добрые чувства в этой статье. Самое неожиданное – это преемственность в статье Путина. Я так привык к конкуренции между премьером и президентом, совершенно неожиданно выяснилось, что первая половина статьи посвящена инновационной модернизации. То есть это продолжение развития лозунгов господина Медведева и, может быть, в дополнение к картофельному полю Сколковым что-нибудь еще появится. Безусловно, актуальным является указание на поддержку государством крупных инфраструктурных проектов, в первую очередь транспортных. Я напомню, что согласно либеральным догмам, подобного рода поддержка является абсолютным табу. То есть это вещь противоестественная, все должно вырасти само в соответствии с рыночными, так сказать, закономерностями. Вот. Более того, Путин прямо признал, что создать современную дорожную сеть способно только государство. Конечно, все обязательные реверансы в сторону частного бизнеса сделал, но мысль о том, что частный бизнес не может построить дороги в масштабах страны, в общем, это высказывание, которое раньше было свойственно скорее противникам либералов. Вот. Впервые после 2004 года, если мне память не изменяет, реанимирована идея промышленной политики. Тогда был такой господин Алешин, вице-премьер, который ее реанимировал первый раз. До этого это было ругательство. Но после того, как его уволили, это стало ругательством опять. И пошел, значит, разговор уже о том, что она необходима. Это продолжение идеи реиндустриализации, как я понимаю. И в достаточно широком спектре отраслевых приоритетов включены в том числе промышленные приоритеты, а не только постиндустриальные, которыми неизвестно, кто будет заниматься. Очень забавны оговорочки в этой статье, которые представляются самостоятельной политикой. Например, Путин с гневом упоминает чрезмерный протекционизм, который совершенно недопустим. Слово «чрезмерно» очень важно, как мне кажется, потому что, вообще говоря, обычно то же самое говорят про протекционизм как таковой. Для наших либералов протекционизм, ну, это что-то вроде педофилии. А вот когда говорится о чрезмерном протекционизме, то появляется надежда, что, может быть, лет еще через 15 кто-нибудь признает, что протекционизм бывает и не чрезмерным, а тем, которым применяют, например, все остальные страны большой двадцатки, кроме России. Вот. То есть, может быть, это предвестие революционного отступления от либеральных догм, которые уничтожают нашу страну уже более 20 лет. Очень забавно говорится, что отраслевая политика будет реализовываться мерами налогового и таможенного регулирования. А меры о том, что может быть налоговое стимулирование и может быть разный налоговый режим для разных отраслей, это тоже было абсолютное табу для всех либералов. Оно проводилось один раз в отношении месторождения Восточной Сибири. Американцы и либералы бы этим страшно недовольны. Теперь это может стать элементом государственной политики. При этом признается того, что колебания глобальных рынков могут все эти стандартные меры обессилить полностью. То есть можно предположить, что когда они это дело обессилят, то появятся какие-то возможности к принятию современной и уже поэтому нелиберальной структурной политики. Очень приятно, очень своевременно, что после того, как в рамках переговоров о ВТО российская сторона согласилась более чем на двукратное сокращение и без того скудной поддержки сельского хозяйства, теперь премьер Путин указывает на объективные причины необходимости сохранения поддержки сельского хозяйства, посвящает этому большой кусок. То есть до нуля все-таки не доведут 4,4 миллиарда долларов, может быть, останутся окончательно. Безусловно, отход от либеральной ориентации, хотя и, так сказать, неофициальной либеральной ориентации на всемирную поддержку богатых, стала идея налога на роскошь. Она достаточно давно высказывается. Понятно, что Путин не может сказать, что необходима прогрессивная шкала налогообложения. Это будет слишком большой пинок в адрес либералов, это будет слишком опасное действие, ему и так уже объявили войну. Вот. Но налог на роскошь – это некоторый компромисс между здравым смыслом, который требует
прогрессивной шкалы налогообложения и сегодняшней либеральной реальностью, когда она формально плоская, на самом деле, чем человек богаче, тем меньше он платит. Потому что если вы занимаетесь операциями с ценными бумагами, легализуете свои доходы через них, то вы платите 4%, ну, от 4 до 9, если быть точным, по разным видам операций. А если у вас индивидуальное частное предприятие, то вы платите 6%. Ну, правда, очень трогательное указание на то, что налог на роскошь не должен ухудшать положение среднего класса, уже вызывает опасения, что он на самом деле как раз это положение улучшит. Потому что представление о роскоши у всех может быть разное. Явно, что налог на роскошь не коснется яхты «Пелорус» господина Абрамовича, потому что она зарегистрирована не в России. А вот трехкомнатная хрущоба, если она находится в центре Москвы, она вполне под это дело может попасть. Очень важный отход от либеральных догм – это признание еще пока не откровенной преступности, но хотя бы нечестности всей приватизации 90-х годов. Здесь случилась очень забавная вещь. Когда вы пытаетесь одну и ту же фразу сказать так, чтобы она оказалась своей для всех, и в ней были слова для самых разных людей. Каждый человек действительно реагирует только на некоторые слова, но при этом обычно реагирует на слова, которые предназначены не ему, а предназначены другим. То есть, когда все эти реверансы вокруг приватизации, возникло полное ощущение того, что либералы не будут воспринимать слова незыблемости сегодняшней структуры собственности, а будут думать о ее переделе, а сторонники передела собственности не будут рассматривать намеки, которые там разбросаны, а будут говорить, ну да, признали, что нас ограбили, а теперь, значит, говорят, что это навсегда. Но я хотел бы обратить внимание на букву, которая там написана. Присутствуют многочисленные оговорки. Ну, например, говорится, что отъем собственности, конечно, недопустим. Вы обратите внимание, не передел приватизации, то есть фраза, на которую абсолютное табу, а отъем собственности, он недопустим, но только сейчас. То есть сразу возникает ощущение, что послезавтра, может быть, можно будет позвать товарища Зюганова, но осуществит красный передел, красногвардейскую атаку на капитал. Хотя он, конечно, не осуществит, но Удальцова какого-нибудь можно будет позвать. А добросовестными приобретателями приватизированных активов являются только формально. В русском языке слово «формально» означает отрицание того, что идет вслед за этим. Да, то есть говорится, что если мы посмотрим на дело реально, то с добросовестностью, так сказать, выгодоприобретателей можно будет уже и поспорить. Да, и говорится, что эффективными собственниками стали не все, как привычно заявляют либералы, а только многие. Но если собственник стал неэффективным в результате приватизации, то понятно, что с ним будет делать нынешнее сверхэффективное государство. Все это теоретически открывает возможности для применения в будущем цивилизованных механизмов исправления грабительской приватизации, ну, вроде компенсационного налога, который применялся в Великобритании после Тэтчера, и с которым были согласны многие из нынешних процветающих олигархов. А у нас следующий элемент – это интеграция. После преобразования, дополнения таможенного союза евразийским, у нас возникла большая неопределенность, а что же это такое? Возникла даже мысль о том, что Евразийский союз создается для того, чтобы создать, так сказать, красивую витрину на могиле таможенного союза. Потому что как будет функционировать таможенный союз при присоединении России в ВТО, непонятно никому на самом деле. Там дело не только в тарифах, там дело еще в совершенно других правилах ведения торговых споров. Но Путин специально для этого не просто подтверждает необходимость реинтеграции постсоветского пространства, что категорически неприемлемо не только для Запада, но и для наших либералов, но и подводит под нее долгую теоретическую базу, рассказывая, что это инструмент привлечения капитала за счет повышения емкости внутренних рынков. То есть отступление от либеральных догм очень много. Можно обсуждать, являются ли это отступления обычной предвыборной болтовней или какой-то зарей чего-то там. Мы это узнаем в лучшем случае в конце мая, а скорее всего и вообще в конце августа. Но, тем не менее, если рассматривать статью как статью, а не как, так сказать, объект наших подозрений вечных, то появились некоторые слова. Безусловно, это реакция на массовые общественные протесты. Безусловно, эти слова могут потом быть взяты назад, как они были взяты, так сказать, в 2000 году. Там тоже были очень много очень разумных, очень хороших статей. Но одну из них в «Карьера дела Сьерра» я помню до сих пор. Но, тем не менее, это некоторый отход от либерализма.
Отход значимый тем более, что сегодня протест управляется либералами уличный, то есть это не попытка уступки. Ну и в общем понятно, почему на Путина так вызверились и либералы и на Гайдаровском форуме, и недавно в Давосе. При этом позитивные ценности либерализма Путиным сохранены. По-моему, в первый раз в официальном документе признан, что у нас коррупция носит системный характер. Вот. Очень много говорится о, ну просто цитаты из Навального практически, сохраняется полностью фундаментально для либерального мировоззрения вещь, это поддержка, ну чем либеральный, так сказать, взгляд на жизнь отличается от нормального в сегодняшней России. Либерал исходит из того, что государство существует для глобальных рынков, а не для данного общества. А человек считает, что он существует все-таки для данного общества. Вот если посмотреть на статью, то вот либеральный подход, что главное это глобальные рынки, сохранен вне прикосновенности. То есть он, человек, не хочет вызывать чрезмерный гнев либерального клана. Он принципиально не раскрывает, каким образом будет снижаться дефицит пенсионного фонда. То есть такое ощущение, что там было написано два абзаца, которые раз 50 переписывали, потом в последний момент плюнули и просто вычеркнули. И остался голый, так сказать, призыв, что нужно как-нибудь снизить дефицит пенсионного фонда, как это вы, ребята, потом узнаете. В этой статье даже содержится объявление войны либеральному клану. Отчасти это объявление войны ближнему окружению, не знаю уж, понимают они это или не понимают. Но, понимаете, когда человек констатирует тот самый очевидный факт, что устойчивость страны во многом определяется привязанностью к ней, людей, которые владеют капиталом, что они должны в этой стране жить. Они должны с этой страной связывать свое будущее. Они должны связывать с этой страной будущее своих детей. И это главный источник устойчивости данной страны в глобальном кризисе. Знаете, офшорная аристократия, которая у нас сложилась за последние десятилетия и стала правящим классом в России, может это рассматривать только как объявление войны. Я вполне допускаю, что люди, которые писали эту статью, или человек, который писал эту статью, если придерживаться официальной версии, он хотел просто сделать красиво. Он тоже не совсем понял, что он сказал. Может быть. Но война либеральному клану объявлена, и война либеральным кланам объявлена тоже.